тебе. Хочет воды. Дай ему воды. Да. Не, он не пьет из рук, он только пьет. Может быть, Бимби хочет... Бимби. Бимби. Дай Бимби. Прикури Бимби и сигарету. Вот насколько собаки умные. Они воду не пьют из одноразовой посуды, а сигареты с рук не берут. Знаете почему? Потому что он думает, что же это Леонардо засранец, снимает меня на камеру, без марлевой повязки. Давайте не будем собаку мучить. А ну отпусти его, пускай он залезет туда. Отпусти его. Бимби, отпусти, он сейчас под кровать залезет. Отпусти, отпусти Бимби. Он же спрячется. А, уже не хочет прятаться. Может, он все-таки хочет... Не, пускай идет, идет. Отпусти Бимби, пускай найдет себе место. О, Бимби знает, что лучше самое надежное место под кроватью. Бимби, он знает, и он повернулся к вам спиной, потому что вы ему не дали косточку. А Бимби очень хороший друг, он верный. Если бы на улице он меня встретил, то, возможно, у меня были бы на брюках дырки. Ну, это совсем другая история. С Новым годом!